Всем привет! С вами Дмитрий Федоров и Милана Федорова. И сегодня мы будем играть в игру Drive Head. Это очень популярная игра, интересная, захватывающая. Ну, ей можно потрепать нервы. Я вам покажу, где что находится и как все там расположено. Как что делать. Ну, сейчас только она загрузится. Вот этой белой точкой. Ну вот, сейчас мы, ну вот здесь вот играем вдвоем. По этой, как бы плеер. Ну да, один игрок, два игрока. Здесь играет один игрок. Вот, классика, это играет один на один, как бы с компьютером. Царь горы, это когда у тебя одна жизнь, и ты разъезжаешь туда-сюда, вот как показывается нам тут вот. Или задания. Задания, они открываются обычно, когда вы проходите предыдущие. Но также их можно еще и покупать. Вот за эти вот ключики. Тут у нас лотерея, как бы выиграли призы. Нажимаем на 250 вот на это вот. И у нас будет как бы, нам что-то может выпасть. Ну, мы с Миланой сейчас сыграем вдвоем. Так, здесь вот ежедневные задания. Я их вообще не выполняю. Так-с. Ну вот, Милан, ты можешь заранее сказать, на какой ты машине поедешь? Нет, вы посмотрите лучше. Нет, ты какой Wi-Fi, да? Подождем. Пока. Ну, давай на случайно. Нет, я не хочу на случайный. Ну ладно, как хочешь. Не хотите, как хотите. Вон как много у меня уже всего. Видишь, какой я богатый. Ой, стоп, что-то я перемотала. Что ты хочешь-то? Ты увидишь сейчас. Ты сказать не можешь? Я, может, я тебе помогу. Да, какая машина нужна? Найду. Какая тебе нужна машина? Стой, это не то. Похоже на аттракционный топ. А, да, плавающая? Угу. Везде ходит вот. Она... Ну, она пошли. Она где-то в середине. А обязательно она тебя? Да. А то время теряем просто. Тебе обязательно именно надо. Ну почему? Ну, не пушку, монстр. Автолет, вот. Ну ладно. Слева. Принцесса возьмешь, да? Угу. А я такой единорожек. Ай! Ну какая принцесса, блин, я единорожком хочу быть. Единорожек. Я буду играть за красного, а Милана за синенького. Ну, одна так же. Поехали! Нажимаем на play, на старт, на треугольничек. Мне больше нравится красненький. Ну что есть, ой, есть, ой, я могу вам рассказать.
всем пока-пока! С вами был Дмитрий Федоров и... Милана Федорова. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и делайте репосты.